сел и загорелся. В Сингапуре пожар охватил самолет сразу же после посадки. Судно вылетело в Милан, но через 2 часа из-за утечки масла из двигателя пилот принял решение вернуться в аэропорт вылета. Пассажиров о посадке не предупредили, поэтому при приземлении они даже начали аплодировать экипажу. Радовались, что пролетели полмира за 2 часа. Но как только они увидели, что самолет горит, радость быстро сменилась паникой. Всех пассажиров за считанные минуты эвакуировали в здание аэропорта, а с пожаром справились за 10 минут.